впечатление от самой чашки? Отлично, я сегодня ее веду вместе с Сашей Пушным и Гошей Куценко. Поэтому я так себя чувствую, но мне интересно. Мне интересно, и сегодня мы отпремьерили наш клип, который ждали 2 года, на песню «Очень хотела». И он уже пошел в YouTube, и 300 просмотров у нас за час. В общем, классно. Я сегодня в какой-то эйфории пребываю. И что касается состава участников, он мне тоже нравится. Здесь и молодые, 25-17, и «Машина времени», и «Князь». Ну, классно, все хорошо. А были ли фавориты у нас вообще? Моя группа любимая – это группа «Сплин». Ее сегодня нет, поэтому я могу сказать, что я бы их с удовольствием послушала, посмотрела. А как принимал зал на юбилейный чарт-радио? Да прекрасно, но это же наши люди, наше радио. И нормальная, отличная публика. И что бы вы пожелали молодым музыкантам, солистам? Играть? Что бы я пожелала молодым музыкантам? Неужели вы думаете, я пожелала бы что-то, чего-то сверхъестественного? В основе каждого дела лежит работа. И если вы думаете, что люди, которые выходят на сцену, просто на нее упали каким-то образом из космоса, нет, их связывает огромное количество лет со сценой. И Шнурова, и Князя, и Горшенева, понятное дело. Это люди, которые не случайно здесь сегодня. Поэтому, ребят, впахивайте, все будет. Спасибо большое. Диана Сергеевна, да. Последний вопрос. Все-таки юбилей, время подводить итоги. Вот что бы вы назвали главными событиями последних 10 лет, скажем, музыки российской, скажем так, рок-музыки? Что-то вы загнули как-то. Слушайте, мне еще объявлять и объявлять идти. Я не могу так отвечать на такие вопросы быстро. Музыка, слава богу, что у нас рок-н-ролл, или то, что называется русским роком, не загнулась, несмотря на то, что огромное количество вот этой невменяемой попсы. Вот. Но при этом мы живы, мы помним того же Тулю Крупнову и помним Ирину Чижа, например, которого я только что встретила в коридоре. Поэтому самое главное, что случилось за эти 10 лет, мы живые, понимаете, и музыка собирает олимпийские, это очень классно. Я ответила на вопрос? Нет, просто время-то не лишнее. Слушайте, а вот есть такая девушка, Ольга Бузова, она поет? Да. Вы любите Ольгу Бузову? Послушаю с удовольствием. Да это хотел бы слышать. Вы любите ее песни? Я спрашиваю, она поет или нет? Да. А, ну значит, будет шанс послушать. А, вы еще не слышали. А надо? Надо. Вас уверен? Вас втрепет целая вселенная. Уверен? Пошли. Послушай, сейчас мы выйдем с тобой, и там тебя встретит публика, которая может разорвать эти слова. Правда. Потому что у каждого жанра есть какие-то законы, и они принципиальны. И для каждого канала телевизионного тоже есть закон. Если ты здесь представляешь канал «Пятница», это не значит, что там все оголтелые любительницы Ольги будут. Только мы с тобой. Нет, я просто спрашиваю. Я просто отвечаю. Я же не говорю, что я не знаю. Ну, мы с тобой полюбим или нет Ольги Бузову? В честь 23-го февраля. Не знаю, надо слушать, избираться. А ты обредили ее? Зачем пришел? Надо послушать. Короче, ты подожди, стоп. Пинг-понг мы закончили. Давай.